Welcome to 100 Verbs, Part 9. Всем привет! Мы продолжаем учить английские глаголы. Итак, первый глагол на сегодня – to travel, что означает путешествовать. To travel – глагол правильный. И несколько примеров. I'm traveling around South America at the moment. В настоящий момент я путешествую по Южной Америке. Или так, Mr. Jonathan hates to travel alone. Мистер Джонатан ненавидит путешествовать в одиночку. Кстати, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Кнопка подписаться будет находиться на протяжении всего урока в правом нижнем углу вашего экрана. А вот и еще один глагол, на этот раз неправильный. Tell. Говорить, рассказывать. Его формы told и еще одна форма точно такая же told. Например, could you tell me the time? Вы не могли бы сказать мне время? Или to tell you the truth, it was all my fault. Рекомендую запомнить это выражение to tell you the truth, что означает по правде говоря. To tell you the truth, it was all my fault. По правде говоря, это была полностью моя ошибка. Try имеет несколько значений. Это и примерять, это и пробовать, и пытаться. В общем, у него есть несколько похожих, несмотря на все, друг на друга значений. Итак, несколько примеров. You can try it on. Вы можете это примерить. Или try it. Попробуйте это. Также можно использовать такое выражение, как give it a try. В данном случае a try получается как существительное. Give it a try тоже означает попробуйте это. Или же так, you should try harder to succeed. Чтобы преуспеть, вам следует стараться лучше. Данное предложение мы начали переводить, как вы видите, с конца. To succeed – преуспеть. Просто незаменимый глагол в общении – understand, что означает понимать. Ведь так часто нам приходится говорить «я вас не понимаю». Итак, это глагол understand, он неправильный. Его формы understood и еще раз understood. И примеры такие. Actually, I understood everything you told me. На самом деле, я понял все, что ты мне сказал. Или I don't understand. Обязательно выучите это предложение. I don't understand. Наверняка оно пригодится вам в жизни. Или же так. Can't you understand me? Неужели ты меня не понимаешь? Еще один довольно ходовой глагол, правильный глагол. Глагол use. Пользоваться или использовать. You can use it any way you want. Ты можешь использовать это так, как ты хочешь. Или Jim hates being used by his friends. Интересная конструкция. Jim не любит быть использованным своими друзьями. Ну или по-русски говоря, Jim не любит, когда друзья им пользуются. Ну здесь у нас с вами страдательный залог. Или же you'd better use it responsibly. Тебе бы лучше воспользоваться этим ответственно. На этом все, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, большой палец вверх под видео и make up your own sentences below. Составьте, пожалуйста, свои собственные предложения с новыми глаголами в комментариях под видео. Всем хорошего настроения. Bye-bye and see you very soon, guys.